равно. Сколько... Говори приблизительно равно. Не знаю просто сколько крита у Пета. Потому что я за локов не играю. Да при чем здесь это? Ну типа в любом случае у тебя это не равняется. Ты можешь критануть сам в этот талант. Ты можешь этот... Миссануть в этот талант. Ну не ладно, не миссануть. Ты можешь не кастануть в этот талант. То есть у тебя есть касты долгие. Тургор, давай вызывай. Как минимум нужно отнимать свой крит от этого крита. Не знаю. И Пэт может сдохнуть, что тоже привет. Не, ну Лока же Пэт РТДшник, а не видел. Не знаю, ну, не слушай, видел, что он особо сдыхал. Потому что играл за ханта все время? Не, просто не знаю, милишный Пэт, он, наверное, чаще дохнет, чем РТДшник. Все, самоньте меня. Так, пробегать больше не будем, просто расконтролим. У кого у нас станы есть? У ДКшек? Пэтами? Сумеете? Или только ПВП? Только ПВП. Гриф сбивает, да? Пиан ходит. Гриф? Гриф, да, гриф может сбить, походу. Ну все, собьете грифа. Я не уверен. Я могу забанить. Да а не надо, подождите, чего? Стойте. Я мне ты нужен, ты знаете ты что, пацаны? Спекнуться в ретрика? Поставить рыбу, пожелать всем удачи и убить сейчас всех. А фольки, по-моему, уж есть там, если я не ошибаюсь. Это только в танке. Боб уже закрыл есть? Этот, закрыл карту. Что я не слышу. В танке. У фурика. Есть же вроде? Не, у меня нет танка. Это одиночный такой. Ты про что? Стан. Не чардж только здесь сбивает ему и все. Ну там 30 секунд кады потом. Ну погнали, что стоим? Я собью черепу, а если не собью, пацаны, мы сдохнем. Так, смотрите, у нас тут есть люди, которые могут побегать на этом. А ты черепу собьёшь, да? Я, блядь, пытаюсь выжить. ДК вообще я не знаю где. Здесь я. Я сбил. Да, все, кресту сбейте. Так сними с меня крест, ДК, пожалуйста. Вот, посмотри, видишь, паладин бегает с печенькой, на нем крест. Все, спасибо. Попробуй клипнуть сейчас. Давай, она точно собьет. Нужно просто каст спить. Не было гриппа. Реснич. Так, а что у вас за драка? А когда они вот эту вот фазу уходят, их можно скипнуть, пробежать мимо? Вроде да. Но потом все равно бежать. Зачем? Ну вдруг кто-нибудь сдохнет. Или все. Пацаны, давайте без вот этих вот приколов. Никто не умирает. Там дальше типа, ну, дальше просто негде умирать. Если кто-то умрет, ну конечно осуждаем. А ради? Как
как можно ранее умереть? Винца. Нет, Альфи будет стоять кстати, на месте, мы с ней договорились. А еще работает баг, типа, то, что он дает шип в вине? Это не баг. Это механика вообще-то, нужно кикать все косты. Если не кикнул косты, то он, типа, садится по мане и дает себе этот... Дает всем хекс, а себе возложение рук. Ну, не возложение рук, а этот прилив. И что там, как он называется? Кстати, Донт, у нас этот в субботу нас свайпнули и еще дополнительно fucking Matt и кто-то еще, который не признавался, прям до конца говорил. А, и Optics. Ну, пишут же, кто нанес урон. Да, на Винце, на Винце. Все-таки можно вайпнуть. Конечно, может. Но это секрет, просто никому не говорить. Там дальше негде вайпаться, пацаны. Я точно знаю, мы отходили как-то уже сюда. О, на следующем боссе тоже. Уже можно сдохнуть. На вот этом, типа? Нет, не на этом. На драконе. Ну, на драконе будем бить по тактике, а не как с Бьорном. А как правда? С Бьорном? Ну вы бегали от стены к стене. Правильно? Да. Ну, да. А мы будем не от стены, мы будем как набегать. Как на ИС-2, да? Как все нормальные люди. Я танку объясню, типа, главное, что делать. Не знаю, я от стены к стене бегал. Я если верю, танк, что если ты бегал. Танк нормально поставит, то. Я и, верю, да, что ты бегал от стены к стене, но я не хочу. Я вижу, Лакрима, если ты бегаешь к окну, ты можешь, имеешь право слакнуть. Так, фулл ребаф. МК. Слушай, а реально на Дестрика МК такое же говно, типа оно вообще не бустит. Сначала мелкую. Все, поехали, давай. Да, сначала череп. Геру не даем. Угу. Дали. Ага. Альфи, давай, ВР. На пул сдайте. Ози, где на пул? Я дал. Это второй же. Да я препу нажал, у меня хотелось. Почему на меня не написался в ДБМ, что ты его дал? Понятия не имею. У меня есть только один логический вывод с этой ситуации. Кстати, Донт. Я заметил. Если дать на пул и сразу же нажать препу, то ты не можешь уж на пул дать снова. Надо подождать типа секунд 5, наверное. Ну а то, что на пул действовать 6 секунд. Так не, даже после того, как он подействовал. Ну, как раз подождать секунд 5. Вот тебе закончилось действие на пула. Так да, и все равно ты его не можешь делать. Не знаю, Донт вроде давал 2 на пулу. Донт, а ну расскажи нам историю. Невер, ты тут? Он на уни нас перешел. Мне кажется, Невер дает одинарный на пол. Давай, сейчас сарам будет, проверим еще. Да, осуждаю за одинарный на пол.
А 40 умножить на 2,5. А теперь 52 умножить на 2,5. Дайте ман, Войд. 130. 28, наверное. 130. Короче, мне пока не хватает крита немножко. Конденсатор. Ничего себе, третий за все время. Который никому не нужен. ГЦ. Можно мне на хантай? Дон, тебе на этого, на СПД анха нормальный кондер. Еще ванмела надо. Кому? Анелла? Уже троим надо. Говоришь, не надо. Ну, мне на сову только. Ой, я рос, ой, я рос. Да танкуйте, все, нет, никому не говорить. Какая это, слышишь, Ози, не нить те шмотки, которые, типа, вы не будете носить. Потому что да потом я вот это не вот... Думаю, что кто-то не распылил случайно. Да никто было. Не распылит их случайно. Потом вот это вот решать, типа, кому их отдавать, давайте переролим, а нет, давайте отдадим второму паролу, типа... Да не, просто был момент, где все декнули распылить, и шмотка распылилась нужно. С тех пор и все. Все декнули распылили, но нужна шмотка. Да. Эрел слишком поискал, не пылить. В итоге шмотку распылили. А, у нас же еще Лем есть. Тарантино топор почему-то не рубил. Так, с рыбой у всех есть, кроме меня? Да. Похуй, обойдусь голодным. У меня тоже нету. Ради меня рыбу поставил. Да, ну что тебе дать? Да я уже поставил рыбу. Так, с тактика, что-то там. Галактика. Да, этот, кикать косты. Кто у нас умеет кикать косты? Таргор. И Спалин с компотом. Не знаю, в каких успехах у вас там есть кики, нету? Есть. Вовбро, у тебя есть кики? Да-да. Короче, развлекайтесь. Основные как-то по очереди. Не-не, все подряд, кикайте просто. Как-нибудь. Ну, 10 секунд. Зашли все внутрь. Таргор тут. О, так это если сейчас упадет голова, мне нужно кинуть выше всех ролл, и я смогу теперь бурстить. У меня же Void Elf, откат Джаги. Ой. Бля, нужно, короче, написать им, чтобы они на 2-4 добавили снижение кулдауна Джаги на 1 секунду. Да паладин уже имба. Потому что ротация хуёво получается. А. Все, пацаны, убрали стоим. Руку от клавиатуры. Паладином и так это буря от Джаги. Еще и минус 1 секунда. Слушай, ну мы уже сильнее многих рейдов. А от кого идет шум? Можете пофиксить? Беги, малышка, беги! Вот интересно, Петь сейчас сдохнет от взрыва или нет?
Исполин, я тебя диспелил, а как ты так этот? А что ты Пэта к себе не призвал? Это в КОЕ урон ослабленный. Так, Нелла, на тебе два элема будет. Подожди, они фиряются? Да. Ну все. Беги, малышка, беги! Бля, это теперь мне нужно полностью будет ротацию менять. А хуй они упадут, эти голова? Так, разбанили двух элемов. Которые дальние. Так в смысле полностью ротацию менять? Что, тихо, забей. Асгер откатилась? Не давайте, просто скажите, откатилась или нет. Нет, 30 секунд еще. Значит, добиваем без Гера. Декашка от этих сотворенных штрудлей на себя ставанчивай. Упашка потихонечку. Ну, которая не ферия. Ты? Так проще будет. Блин, почему все время заморозка только на ДКшках и на мне? Или она только в мелизоне бьет? Так вы что, нового бро нету? Био, минутку отойду. Так, смотри, компот. Как будем танчить Арана? Ну, сейчас я покажу. Пошлите, подойдем к нему. Дон, что ты хвастаешься? Куда побежал? Ну, как говорится, у кого без ГКД, тот и круче. Разве у ДКшек без ГКД? Не, у Элемы без ГКД. Не, я спрашиваю, у ДКшек кик с ГКД? Нет, по-моему. Нет. Не, вот я знаю то, что... Да он, ты рак, мы вообще профессионал. Я знаю то, что у Варов с ГКД, по-моему. Это да? У тебя просто перс забагался, потом у тебя если с ГКД. По-русски. Я сказал, перс забагался, это по-русски. Не, что такое ГКД? Global cooldown. Это когда ты скилл тыкаешь и видишь, они хаткают типа одну секунду, сколько там. Это ГКД. Зависит от хосты и от класса. Ну это понятно, что зависит, но в целом вот это ГКД. Кто вот это?
А мы в ВК пойдем? Пойдем или не пойдем? Ну, слушай, посмотрим по времени. Мне просто через 17 минут надо знать, какую фласку пить. ЛК или БК? Хорошую БК фласку все время. Ну ладно. Ну он сколько не стоит. Ты же с алхимией. Но все равно, типа, неприятно. Да блин, я не знаю, я сейчас везде ее пью, я просто по городу бегаю с БК-флаской, потому что, ну, стыдно без БК-фласки бегать. Ну, давай скажем так, не все такие богатые, как ты. Ну, ты же не бедный, не ты там. Не все просто голды на фанпей покупают. Не у всех в реальной жизни есть БК-фласка. У меня в реальной жизни есть только бутылка, на которой я сажусь. Ну слушай, это Румыния, что ты хотел? Европа все-таки. Ну да. А это что же Европа теперь? Ну и что? Причем здесь Украина? Мы ж не, ну, в Украине покруче, на самом деле. Великая страна, говорят. Ну такая средненькая. Ну блин, ну почти как казахи, чуть-чуть не дотягивают. Почти как казахи, только совсем не похоже. Ну я по охуенности имею в виду. Ну я тоже. Кикатика стоим. Так, кто у нас будет на синем? Я. Давайте я первый. Нелла на меня СС. Да в смысле, Нелла? У нас два БРа есть. Да нет, донт, я сам первый. СС на меня накинь. И дальше. Что дальше? Дальше станет ДКшка и будет стоять до конца уже. А нет, ДКшка у нас на зеленом все время. Какой вар на зеленом? Нет? Так почему просто не, вар, нет, дон, у нас на зеленый. А, вар на зеленый, все окей, да. Так, только перерыв у нас с минуту. Смотри, ДК, компот. Смотри, короче. Назовешь, так и будет. Да. Танчишь вот здесь, типа, условно. Босс я стоит знаю. Где-то вот здесь. Нет, ты не все знаешь. Смотри, новая тактика. Вот. Дальше, когда там 50 стаков, она впадает в гнев. Наш весь рейд убегает вон туда, к окну, туда, к телескопу. А ты вот где-то вот сюда убегаешь. Вот, и вот здесь где-то ждешь, пока босс в тебя плюнет. Босс тебя плюет, ты отлетаешь, он, возможно, плюет еще раз, ты отлетаешь еще раз, и все, вот здесь возле стены дальше стоишь, понял? Угу. То есть, когда я тебе скажу, тогда отбегаешь, а до этого ты стоишь и ловишь плевок. То есть, где-то вот здесь будешь стоять, а ну, с другой стороны... в середине. Ну, да, где-то в середине вот, да, вот где-то вот здесь. Плюс-минус. С другой стороны, когда поставишь, то же самое. Мы отбежали к окну, ты где-то вот здесь стоишь, ловишь плевок. Угу. Типа, в тебя он плюнул, ты отлетел туда и побежал к стене. В принципе, под зеленкой меня убить не должно. Да, оно тебя не убьет даже без зеленки. Ну, просто равно прожимай зеленку. Так, все, короче. Перерыв в 2 минуты. Я успею покурить? Смысл по этой танке? Берлин 75% режет. ВДК 0. О, получаешь. Это ВДК 0. Да, ВДК, да. Ну, АДК я знаю только в Т5, что делают. Ну, сейчас я пойду в ПВП. Не, ну, по факту, да, в ПВП может начать. Надеюсь, в курсе то, что 75 от твоего ХП.
Теперь прозвище приклеилось. Тарантино топорнее, меня это просто убило там на месте. Алло. Нужно чудовище. Так, просыпаемся. Так, все тут вроде, да? У всех все есть? Мне каску обнови, ханту. Все, поехали, пуляй. Пишу медленный. Кого истерию? Таргор, свали случай. В роза. В роза. Тебе истерия? Выходи. Я в луче. Отлично, я не вижу. Все, закончился я. Пизда, блядь. Наигрался? Да. Я говорил же, лучше я пойду. Все хорошо. Был заблаговременный СС. Бабл им, бабл им. Готовьтесь. Сейчас будете убегать. Подошли уже. К окну. Все, побежали. В печеньку стали? Танк лови там, да. Вот, хорошо там стоишь, да. Все, и убегай к стене. Мы стоим здесь. Все, можем подойти. Так, ну я стану еще на стене. У нас два бэра и все. Да-да-да, я стану там, все хорошо. Разочек, у меня крылья, все откатилось. Да, все бафы есть. Кроме рыбы, это плевать вообще. Просто если бы ты поэрелил, мне было бы чуть проще следить. Мы туда же бежим, правильно? Да-да-да, все точно так же. Потом только в другую сторону ДКшка ловит. Побежали. Это как-то он не особо-то хорошо плюнул. Да неважно, все.
Пошлите, можем подходить. Так, кто хочет встать? У кого бурсты есть? Я оставлю. У тебя точно бурсты есть на ДКшке? Конечно. Может, вобро хочет? А вобро... Ну ладно, давай, становись. С победой. Только сами выходите из лужи, потому что я этот не алё. Истерия откатилась у тебя? Нет, вот сейчас только откатилась. Давай в исполина. Такой... Далеко. Подойди еще ближе, блин. Все, три лужи, да? Можем домашки уже. Какой здесь сдох? А, в третьей луже, понял. Побежали, побежали, побежали. Альфи? Ты так через лужу побежал, уверенно, мне страшно стало. Давай, Бернищи этого ханта. Альфи, ты давай. Да, ладно, можешь сейчас ты стать, если хочешь. Когда он побежит? Он просто есть. Вобро может стать. Иди, Бер, иди, Бер. Я стану, у меня откатились крылья. Главное не сдохнуть. Интересно, есть такие варианты вообще у меня? ДКшка, ты в луже. Это была третья бойка или вторая? Последняя. Побежали. Успеваем убить. Да. Конечно, успеваем. У нас еще 4 минуты. Исполин плохо стоял. Не в печеньке. Кто там встанет? Становитесь. Ну, ДК, без разницы кто. Только добиваем, давайте. Что, Рос? Да нормально, она типа без луча, она не дамажит. Шахматы как обычно скипаем? Шахматы скипаем, мы шахматы убьем после этого. После мал... А, нет! Мы же идем после малча в этот. В ИК. У кого вообще КД на ИК? Напишите. И кто не хочет идти после... А, добиваем. Не на очке. Ну, напало, зайдешь, без разницы. Да,
О, кстати. Это какой-то ремикс хуёвый, да? Или оригинал? Оригинал. Значит, оригинал хуёвый. Там танчи, там внутрь зайди. Дай сюда можно. В дверь. А что? Чего мы умираем? Второй-то. Массакру дайте. Нелла, беги, беги. Вовбро, в стойку защитную стань. Щит, пушку там достань. Сколько вообще у ножика прок? Процент какой на поднятие? Да большой довольно. Процентов 50, наверное. Либо поднимешь, либо нет, да. Ну, в принципе, теория относительности. Либо поднимешь, либо убьешь. Ну, на самом деле, довольно часто прокает ножик. Хотя я помню, как-то раз, из-за того, что ножик не прокнул, мы не смогли сделать 4 сундука взломания, обидно. Ну типа, блядь, конечно, не потому, что ножик не прокнул, а потому, что мы ебланы. Но, если бы ножик прокнул, у нас был бы шанс. Слышишь, Альф, а ты знаешь Шкару Гер? Ну, контент тебе это знаком? Ты играл тогда еще на Экспо? Да, мы ходили на трещу. Как тебе? Нормально. Нас собирается сильный состав на Кару Гер. Дрищ и Мисак водили всегда у нас. Мисак, подождите, Мисак это вар? Да, вар. Как-то да. Было я с ним в одной гильдии. Это который фулбрилевый, правильно? Нет, это Прометис. А, метис. Все, тогда я их путаю. Нет, полубрелый. Ну, какой-то слабенький, типа, вот метис этот. У него, типа, есть брели, но что-то я не заметил, чтобы он как-то там сильно дамажил его в сравнении с другими варами. Помнишь, Альфи? А, ты, кстати, тоже ж была. Ну, вроде он нормально дамажил. Ну, ты видела, что его догоняли, типа, те же самые вары, которые, типа, без брелей у всех этих фуловых были? Может быть. Йо, понятно, что он больше дамажил, но, типа, больше не на фулл брели. У него еще випка какая-то там супер. Ну да, если у него фулл брели, то, думаю, випка у него тоже там какая-то супер. У него седьмая випка. А что, нет еще никого восьмой? Не знаю, скрываю. На X4, ой, на X2 есть. На... У кого на X2? А, у Легиона седьмая же. Не из Асгарда, там черный дракон. Ну, черный дракон это типа еще не седьмая випка. Это седьмая. Нет. У тебя идет. Ну, седьмая, окей, okay. Нет, я говорю за последнюю випку. Восьмая. А вот восьмая не знаю. Седьмая много у кого есть. Вон у Вовпро почти седьмая. А, ну значит восьмая, подожди. Вовпро седьмая. Ну обманывай. Мне до седьмой 700 штук надо, я понял, 670. Ну вот, получается, четвертое это бронзовый дракон с золотой окантовкой, потом серебристый с окантовкой, потом золотой, а потом идет черный. Черный, бля, это седьмая, ой, это шестая. А дальше седьмая випка, это, короче, это такой
как она, зеленый цвет называется? Изумрудный. Вот она, шестая. Тогда седьмая черная? Или седьмая изумрудная? Черная в Асгардах была у кого-то, я не помню. Нет, черная это пятая. Нет. Да. Пятая это сервис и дракон. Ну, бро, поставь пятую. Ладно, дамаж потом поставишь. А у нас никто на меня щиток даже не накинет. Слышишь, поставь босса ближе к этому углу. К какому? Вон налево туда, веди, к этому, к выходу. Быстрее, еще дальше. Еще дальше веди. Теперь точно дальше. Пойдет. И спрятаться вроде можно будет. Не, по-моему, можно будет спрятаться. А я спрячусь там. Я не на очке спрячусь. Если что, берните меня. Можно прятаться, медики? Проверили? Так, РДД, бегите, да и все. Отличная идея. Нелла на Роза СС. На меня! Дал тело крем. Блять, не на очке спрячусь. Давай, Исполин, мы с тобой мощные. Блять, ну он должен нас достать. Ну, изи, донт, можно прятаться. Донт, просто не на очке, прячься и все. Танк, только главное, не подвинь никуда, молчи, потому что мы сдохнем. А, кто-то у нас релит РДД-зону. Нелла, назначайте главным по РДД-зоне. Мимо. Да ты заебал, бля, чувак. Он будет не в меня кидать эту мет. РДД летит. Сейчас левее двигаемся. Альфи своеобразно воспринимает слово левее. Я отвлекся на Альфи и этот. И отлетел. Хорошо, что не умер. Я просто бежала от метеора. Да ладно, ну я не критикую, я так. А, Дон, ты уже устал умереть? Хорош. Хорошо быть шаманом, да? Но перелетает, по-моему. Да, перелетает. Хорошо, пускай там лежит. Чуть левее двиньтесь от двери. Не, можно стоять, можно стоять. Даже можно прятаться в эту. Не будет убивать. Можно 30%. Давайте Геру. Да, давайте Геру. Мимо. Так,
Барбаде летит. Сейчас надо будет левее двинуться. Мимо. Летит в миле, но непонятно потом. В сторону, нормально. Веди сюда. Танк. Ну ёбаный свет. Заебало. Я думал, сегодня будет мой день. Go week. Так, шахматы не будем? Кому нужны шахматы? Плюс Анете. Не, не будем. Давайте время не потратим. Донты, походу, нужны. Пойдемте. Донты. А, ну все, погнали. Никому не надо. Альфа, портал нам в Долоран. Что, может, ноги хоть выпали бы? Угу. Давай. Заходи, там решим. У нас, походу, этот же составит. РНТД пойдешь. Бля, я этот... Я хотел на гневе за то, что не сдохну, покушать. Но сдох. Таргор, сори, надо идти. Ну, хорошо, иди. Че вам, зайти лемом? О, давай заходи. Ну, на ком хочешь, на всех тебе. Это есть, Вик, да? Шаман есть. Да? Что? Донт, я зайду. Вик? Вик летим, да, да. Сейчас зайду. Да, блядь, язык поменяйте, пацаны, вы чё такие душные? Как меня раздражает этот язык. Чё Донт написал, скажите, он ливает? А, у вас есть, да, этот шаман? Давайте на роги пойду тогда. Не, нету шамана, заходи на шамана. Донт ливнул. Психанул, получается? Не, он на хайпе. Да-да, что на него не выпало, Т4. В смысле? А, там прист.